Здравствуйте, уважаемые любители мегабола, любители Лиги Чемпионов, любители красивой и зрелищной игры. Такую, наверное, я практически могу вам пообещать и гарантировать. Антибас Коалишн против Фул Фридом. Обе команды решают свои локальные задачи по выходу в плей-офф в этом сезоне. Ну и давайте смотреть, как 2F, как Антибас, как те две команды приспособятся к новой физике, к новому стилю игры. Посмотрим, у кого это лучше получится. Состав 2F, Финт, Баря, Симахин. И посмотрите, Разнесубу проигрывает сейчас все, что мог, наверное. И пропускает первый гол. Вот уж кому из Антибаса сложно, так это Разнесубулу больше всех. Он не играл в остров. Если роли просто Валдес они такой скорости привычные, то... Что касается Разнесубула, ему сложно, и сейчас красиво, на самом деле, пытались раскатать роля с Валдесом. Симахин не торопится никуда, стоит просто на одном месте, и не знаю, насколько это правильная тактика. Бул мог сейчас красиво вложить Валдесу, и там уже ни один бы Баря не помог. Быстрое начало матча достаточно, здесь меньше стыков, здесь роли должен страховать по максимуму сегодня Була, пока он не... привыкнет к тому, что происходит у нас на поле. Вот, например, сейчас, да, видели, друзья? Разнесубула 5 теряет позицию абсолютно, и ничего не получается у Антибаса пока что. И счет уже 2-0, счет 2-0 уже в пользу Full Freedom, и команда просто пользуется хорошим прессингом сегодня, и тем, что... У Антибас плохо с тем, с помощью опорнику, но это раз, да, Валдес сейчас опорит, представляете? С помощью опорнику плохо это раз, плюс сам опорник как-то не очень понимает, как сегодня побеждать вот этот самый прессинг. Ну, Бул 2 пропустил, да. Надо было ему, наверное, и потренить хоть немного перед этим матчем, да и Антибасу в целом, вот со всеми этими физиками новыми. Финт проходит в угол, Симахин что решил постоять немного, даже успел выйти из комнаты. Бум выходит вместо Симахина. Теперь Симахин будет сидеть, что ли, не совсем понятно. Ну ладно, ладно, давайте дальше. Смотрите, это, конечно, по идее должно ослабить 2F, серьезно, сильно. Валдес опорит у Антибаса, неплохой пауэршот Финта с Барри. Здесь все игроки, кроме Бума, пожалуй, вот были они все в острове, в том числе и Сима, Бум вряд ли, но тем не менее, классно, классно играет пока 2F. Весьма качественный прессинг организовывает, пока Антибас пытается что-то сам придумать, 2F пользуется ошибками. Хорошо, Финт затолкал сейчас роли на пустой угол выбегал, благодаря Финту этот гол не случился. Бул идет в ближний. Валдес. Неплохая передача на Ролю. Роля против Барри. Борьбу не выигрывает. И теперь еще один очень важный аспект новой игры. Когда Нап, да, есть в углу, и когда он мяч теряет, то приходится сразу опорнику подрываться на этот мяч. Подрываться на этот мяч и Напы. И, соответственно, очень важно дать, еще важнее теперь, дать как можно больше времени опорнику для того, чтобы разобраться с вылетевшим мячом. Кто об этом не думает, у тех будут большие, конечно, проблемы, и много будет выходов на пустые ворота. Ну или же они так, в общем-то, и атаки их будут продолжаться 5 секунд, не больше. То есть теперь, опять же, очень важна персональная работа, персональная опека. Я об этом уже в прошлом матче говорил. 2F, Баря поднимает Разнесубула. Пройти не получилось. Хорошая страховка от Финта. Он дал возможность Барю в свои ворота вернуться. Баря против Роликса. Обыгрывает Баря ролю. Баря, вот, наверное, Баря рад этой обнове. Баря будет теперь получше смотреться. Более такой грозной, мощной силой с этой обновой. Я так думаю, по крайней мере. Опасный момент. И тем временем Антибас. Роля оказывается потерянным Финтом. Бум куда-то там убежал, да. Симахин выходит обратно на поле, похоже. Но это не так, замены делаются. Ну, кому я показывал, а? Все, желтая карточка команде Full Freedom, в частности, Александру Симахину, который неправильно вышел на поле. Я показывал, как делаются замены, всем плевать, похоже. Финт. Так что начинаем раздавать ЖК. Сима вернулся, бум вышел, пропустил, ушел.
Хотя я не скажу, что он слишком плохо уж прям играл там как-то. Ну, наверное, Фента тоже поставили с той точки зрения, что ему удобнее, привычнее играть на такой скорости. Здесь большая дыра сейчас, антибас ей не очень хорошо пользуется. В принципе, не очень хорош сегодня антибас, совсем не очень хорош. Вроде бы только команда нашла свою игру какую-то, да? И вот опять на Валдеса убегают два напа, в прессинге очень хороши нападающие у Full Freedom сегодня. Ну и антибас дает возможность. Дает возможность, в общем-то, забивать из прессинга. Сегодня все голы 2, по-моему, из прессинга были забиты. По-моему, да, все голы были забиты из прессинга опорника. Это не заслуга 2F, это ошибка антибаса в том, что они так вот, такие вот вещи выдают. Так вот они играют. Давайте смотреть за вторым таймом. 3-1, и я думаю, что возможности будут сегодня еще у антибаса. Ну, должны быть, по крайней мере. Баря, Баря от борта. Баря старается. Отскок от бортов стал сильнее, думаю, тоже заметили. Так что Баря, я вот говорю, Баря теперь будет король. Посмотрите, опасный момент какой был. Роли с Булом организовали в позиционной атаке. Благодаря хорошей позиции, занятой Барей. В общем-то, не пропустил. 2F, опасный эпизод здесь. Бул совсем потерялся в борьбе с Финтом. Совсем потерялся. Сейчас его обыгрывают, 2 в 1. Опять очень неприятный эпизод. Плохо, когда нап вот так вот выключается, особенно в защите. Это чревато. Симахин, в общем, особо не форсирует события. Двайф уже торопиться некуда, но тем не менее, паста до дальней штанги. Доходит финт! Финт классно действует. Финт, правда, сейчас такой финт заложил. Обыграл Була подчистую. И абсолютно один оказался. Да. Еще один, наверное, игрок, который прибавит от этой обновы, так это Финт. Сегодня он правда себя хорошо показывает, действительно. Но если не брать эпизод с пропущенным мячом, то Финт сегодня хорош, даже так я скажу. Хотя раньше говорил по-другому. Но вот как бы игра поменялась, и мнение меняется. Симахин с Финтом прессингует Валдеса. Бул зачем-то решил вернуть на Валдеса, причем это было так очевидно, что все игроки 2F уже стянулись на опорника 2F и... Напорника антибаса, так что. Разнесу Вул, пробрасывает вперед себе мяч. Роля здесь говорит, я разнесу Вул, отставь мне, я разберусь. Разобраться сложно, здесь передача назад. По-моему, очень неправильная позиция у Валдеса. Зачем он стоит рядом с разнесу Булом, я вообще не понимаю. Это еще одна большая загадка. Антибаса, Роля, давит, хорошо давит. Здесь вдвоем пытаются уже продавить. В принципе, тоже было все немало перспективно. Валдес. Мог, наверное, что-то получше придумать из всей этой ситуации. 2F, ну вот, пожалуй, я говорил о том, что опорникам не стоит особо подключаться, но когда команды вот так вот наглеют, как делает это 2F, может быть, даже, ох, по-хорошему наглеют, сейчас опасный момент, Симахин с Финтом придумали. Когда вот так команды наглеют, по-хорошему, все-таки по-хорошему. Стоит отметить то, что когда команды вот так вот наглеют, надо все-таки подключать опорника, потому что Валдес в нападении абсолютно ничего не делает. Хороший опять выход 2 в 1, и все, это очень опасно у ворот антибаса. Скорее антибас пропустит, чем забьет, пока это очевидно. Но команда уже рискует 2,5 минуты, 2 мяча надо отыгрывать антибасу, но никак Валдесу не удается пройти. И сейчас Симахин с Финтом просто разрывают все на свете для... антибаса. В прошлом туре 2F преподнес уже сюрприз определенный, за счет которого смог обогнать даже Legendary Stars в турнирной таблице. И сегодня они близки к еще одному сюрпризу. Валдес пробрасывает все-таки вперед. У нас с вами с окончанием этого тура уже 2/3 чемпионата пройдут. Уже можно будет какие-то определенные итоги подводить. Валдес пытается продавить ближний. Я думаю, что можно какие-то итоги будут по чемпионату подводить, наверное, уже да. Но, учитывая то, какие там сейчас в плотности, ох, это будет сделать сложно. Сложно. Много решит матч Тузов и Арсенала, на мой взгляд, потому что сейчас идет, на самом деле, битва, борьба за звание MVP турнира, в том числе, кто станет самым ценным игроком. Я пытаюсь для себя тоже какой-то, да, составить списочек людей, которые этого... достойны, но учитывая то, как в этом сезоне играет Арсенал и Тузы, все-таки как бы там кто ни играл внизу, да, при том, что сейчас делают Тузы и Арсенал, MVP должен обязательно быть из одной из этих двух команд, тем временем, да, как-то меня понесло в сторонку. Финт отдал на Симахина,
Я в очередном... Ну, на самом деле, это уже больше было похоже на позиционную атаку. Хотя это был, знаете, переход от защиты к атаке, но это хотя бы был гол. Заслуга 2F, именно заслуга 2F. Продолжаются терроризирование Валдеса. Не дают ему... Ох, опасно здесь продавил Семахин. Ближний угол. 2F сегодня хорош, 2F сегодня очень красиво выглядит. Антибас абсолютно не толкается сегодня, и это большая проблема команды, потому что у 2F много нападающих, и Антибас дает пользоваться этими нападающими. Я думаю, что здесь, будь здесь Арсенал или Тузы, все было бы для 2F по-другому, но Антибас сегодня не толкается, не мешает Семахину с Финтом играть, не мешает им делать то, что они хотят, и они это делают. Поэтому счет 4-1, на мой взгляд. Больше надо толкаться, больше борьбы. Разнесубул в этой борьбе практически не участвует. Роля тоже предпочитает, похоже, эту борьбу обходить стороной. Ну и, соответственно, вот он счет, друзья. 4-1. 4-1 в пользу команды Full Freedom. Антибас терпит поражение. Только подумайте. Давайте-ка посмотрим, а что ж у нас там по... Что ж у нас там с вами... По турнирной таблице-то теперь получается после такого, ну, не знаю, для кого-то ожидаемого, для кого-то не очень счета. Сейчас мы все это дело оценим, друзья. Full Freedom набирает 18 очков, выходит на промежуточную пятую строчку в турнирной таблице. Full Freedom после того, как вышел из зоны плей-офф, в общем-то, влетел в нее обратно, не испытывает каких-то проблем. Проблемы, знаете, у кого? У Антибаса. У Антибаса всего 13 очков сейчас в активе, и все очень сложно для Антибаса Коалишн. Они, конечно, шансов пока не теряют на выход в плей-офф, но тем не менее, знаете ли, Антибас лишает себя, мне кажется, шансов постепенно на то, чтобы выйти с высокого места в плей-офф. Вполне возможно, могут они попасть в первом раунде, если они пройдут в плей-офф, на Тузы или Арсенала. Это не самое приятное, так сказать, не самый лучший вариант для... Команда Роликса. Что ж, друзья, спасибо за просмотр. Всем пока. Смотрите матчи Лиги Чемпионов. У нас все становится только интереснее. Плей-офф все ближе и ближе.